кнопочные телефоны BQ имеют предустановленный заводской код, который, когда мы хотим сделать сброс настроек, запрашивается телефоном. Сейчас я покажу, где в настройках вообще сделать сброс. Так, оп, оп. Так, настройки. Настройки телефона. Восстановить настройки. Со времен старых Nokia и так далее остались некоторые коды там на памяти у людей. Там 4.0, 4 единицы, еще что-то такое. Большинство этих кодов сейчас на современных телефонах не срабатывают. Вот для BQ опытным путем стало понятно, что заводской код, имеется в виду заводской код, то есть не тот, который вы поставили и забыли, а именно заводской, бывает нескольких видов. Первый, значит, код 1.1.2.2. Вот он мне говорит, что он неверный, но тем не менее он может быть. Второй код 1.2.3.4. Он тоже неверный. Я его сейчас показывать даже не буду. 4.0 может быть. И последний, четвертый, то есть как бы 4 кода возможных. Вот у меня он здесь работает на Kyoto телефоне. 5.5.6.6. Окей, нажимаем. Он принимает этот код и спрашивает, установить, настроить или нет. Я сейчас не буду, потому что нет смысла не сбрасывать его. Вот, а так вот один из этих кодов. Значит, 1.1.2.2, 5.5.6.6, 1.2.3.4 и 4.0. Это код сброса к заводским настройкам на кнопочных телефонах BQ. Возможно, и то не только на кнопочных, надо проверять. Вот в моем случае сработал 5.5.6.6. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.